Всем привет, друзья! Это снова гоночки в GTA Online. Мы начинаем! Поехали! С вами Витёк. Обязательно ставим лайк, потому что у нас мотоциклы и какая-то... Охереть его, мать его, карта! Я, кстати, первый стартовал. А что, настрой всего? Сасамба, шлюшки, я вас всех порву. Опять он первый. Хо-хо! Я на этой карте только недавно отыграл. Короче, я знаю, как действовать против них. Мы это с вами по-любому... Ты ебанулся! Ты ебанулся! Как ты... Как он исправил направление? Твою ж налево! Твою ж налево! Я прямо ехал, я назад наклонился. Мне кто-то в комментах писал, так ускорение круче. Кусок! Я тебя не уважаю теперь. Я первое место хотел сказать всем, что будет. Ты меня подставил, ёпта, я чуть не упал. Короче... Нормально все. Че, наверху там, да? Они уже... О, они уже навстречку едут, ёпта. Ладно, ладно, ладно. Может быть, они допустят косяки, у меня есть шанс их сделать. Ребят, это прям усложняет ситуацию. Прям конкретно его мать усложняет, потому что я рассчитывал взять сразу первое место. Я ехал еще тем более на первой позиции. Ну, так, здесь назад, да, ускоряемся, все. Все, едем. Блин, они там уже поворачивают направо. Я, походу, с каким-то профи столкнулся. Ну, ладно. Так, еще интересно. Вот, смотрите, видите? Он начинает менять направление. Не, так, дружище, делать нельзя. Оп-оп-оп-оп. Давай, 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 поехали. Блин, ребят, я прям люблю себе усложнять жизнь, игру и все, что может быть с этим связано. Везде, где могут быть сложности, я их беру на себя. Я простых путей не ищу. Так, отлично. О, смотрите-ка, да? Чуть ускорился, реально, это, походу, работает. Блин, эти чуваки уже там где-то в космосе, а я тут еще на земле катаюсь. Ну ладно, карта знакомая. Нихера это не дает никакого преимущества. Блять, я вижу фонарь следующего чувака, оппонента, соперника, как его назвать. Эй, дружбан, стой! Ни одному скучно тут ехать, тебе нужна твоя помощь. Подскажи дорогу-то, куда ехать? Я человек не местный, тут уже, походу, знатный, да? Давай, 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 давай. Я вас умею делать вот так, по малому радиусу. Хе-хе-хе, сасамбочки. У-ху. Так, я даже вижу следующее. Ребят, ну, блин, уже лайк, я первого обогнал. Вы видели все, как был большой, большой косяк. Нет, только не финиш. Это финиш. Итак, друзья, в таких гонках я уже участвовал. Затащить здесь не составит особого труда. Поехали! Даешь старт на мото-супер-байке американской расцветки. А вы чё? А вы чё опять-то на спортивных байках? Охренели, что ли? О, братан, здорово! У-ху-ху, ёпта, я чуть на тебя... Чуть не засадил тебя, аж поднялся. Ладно. Кавасаки так Кавасаки, мы можем сделать кого угодно. У меня байк уже разобрался, его хер остановишь, у меня там нитро сработало. У меня походу... О, ты чё охерел, как вы так быстрее все едет? Подстава, судью намыло, блядь, казнить его. Охереть, кого мне делать теперь? Кого мне делать? О, крестик на карте был, вон мой след кровавый. Ха-ха-ха, блядь, я не знаю, что сейчас будет. Здорово, чувак. Блин, мне бы тут Бигфут сейчас взять, я бы их размазал по асфальту так. Нормальненько так. Почему я не могу стартануть нормально? Не надо отвечать, писать всякую фигню. Все понятно, почему. Подстава просто, ребят, на старт. Мне почему-то прям не везет в этот GTA, ёпта. О, я уже код хер догнал. Здорово, чувак. Я вот... Не могу, видишь, просто так кататься. Оп, мне нужны приключения. Ага, ты, смотри, профи, тут карту знаешь, да? Я тоже тут, ёпта, второй раз езжу. Я уже знаю, что можно было в дом въебаться. Я уже это делал. Я думаю, нормально, многие в этот дом уже так въезжали. Там чувак даже специально оттаранил все важные предметы, типа там контейнер с мусором. Типа заебали, вы чё постоянно тараньте его, ёпта, я в эту щель заехал, отлично. Так, хорошо. Ну и машину он там точно не паркует. Думает, вот тинейджер при... Дурки таранят. Мне как-то обидно даже стало, грустно. А чё так далеко респаун-то?
Нет, Шаби, да я тебя сделаю, оп! Едем все равно последним, можно и так порезвиться, игра со смертью, блин, жесть, неужели последнее место возьму реально? Ой, блин, даже обидно как-то этот летсплей выкладывать, писать его, реально, я сейчас в таком грустнике еду. Прям какая-то жесть. Так, мы тебя... Ух, ёптать, я чуть в этот джипарь не врезался, сейчас бы у него как олень на капоте расстелился бы, а? Ну, вы знаете, да, как любят охотники трофеи свои на капот растягивать. Сейчас бы у меня наш сутенер бы на капоте был растянутый. Да, да, давай, фиолетовая шляпа. Давай, хотя бы, ёпта, конус, восьмое. Давай седьмое место, хотя возьмем. Ты чё, охерел, колхоз, куда ты едешь-то? Ты чё, не видишь? Байк патриота едет. Все разойдитесь, это как мигалки на вас влиять должно. А ну нахрен. Ой, а я седьмой. А как я его обогнал, я даже заболтался. Короче, я так и не понял, как его обогнал. Наверное, где-то всандалился и все. Я его просто объехал. Просто опередил. Так, хорошо, моя цель теперь еще какую-нибудь гниду опередить. Ну-ка, давай. Может, он, конечно, хороший человек за рулем, но... Для меня сейчас все нехорошие люди. Ой, так обидно. Вторая гонка, просто такая подстава. То улетел с этого трамплина. О, меня еще он догоняет. Ну, как мне на это реагировать, ребят? Может, реально назад надо клонить? Тогда он начинает нормально ехать? Все, чувак, я знаю эту формулу успеха на мотоцикле. Нужно назад крен делать, и все. Не хрен, а крен. Можно и хрен сказать. Хрен с ним, короче. С креном. Так, лады. На заднее колесо, так на заднее, только он неуправляемый. Допустим. У-ху-ху. Так, чувак, нам налево. Ой, направо. Право-лево. Блин, ты в гонках, прежде чем участвовать, бы выучил. Право-лево. Неудивительно, что первое место не получается ухватить. Блин, ну это подстава. Это финиш, это все. О, даже не дали закончить. Я даже шляп не буду снимать. Несправедливо. Ладно, смотрим следующую гонку, друзья. Вот и ябеда-корябеда, то он пальцем вот так вот машет. А тебе надо махать. Как ты первое место заслужил, че так, блин, не будь, блин. Итак, друзья, мы продолжаем. Тут просто супер-пипец, какие гонки будут. Что-то там красится по небоскребу, я так и не понял. Тут тачки просто огонь. Охренеть, оно того стоило сдуть те две гонки и начать вообще вот в таких вот, как мне камеру твою мать сменить-то, да? О, супер спорткары, поехали! Пошли в жопу. Так, пятый, херовое место, пятый как последний звучит. Ну-ка дайте мне нормально продолжить. Чё, четвертый? Ой, там нагоняют. А ну, чувак, пошел нахер, я первое место собираюсь взять, когда я его собираюсь взять, все идут нахер разом, вот так вот я прошел, красненький, блядь, сука, эй, ускорение, нихера себе тут абортом езжу, вот, да ну нахер это есть этот небоскреб, куда я еду, воу, стоять. Что это происходит? Все нормально? Все нормально. Охереть, я тут в первый раз. Дайте совет. Нормально. Все, едем. Я даже второй. Нихера себе, я второй в первый раз в эти гонки играю. Что же мне вечно более-менее на начале везет, когда я только в первый раз играю. Сговориться начал. Короче, давайте этого красненького-то дрюкать. Красненький, я иду тебя дрюкать. Желтенький дрюкает красненького. Красненький, иди сюда. Еще зелененького не хватает, а светофор бы получилось. Можно бутерброд устроить. Так, тоже вверх. Тоже вверх, ёпта, здесь прям уносит. Как... Охереть, как я должен выровняться был. Вы чё? Я выровнялся. Оу, нет, я тебя оттормозил, тварь, нет. Не иди сюда, не тарань меня. Не ходи за мной. Налево пойдешь, голову потеряешь сейчас. Коня. А что, все?
Нет, не все. Это ускорение было. Я думал, финиш. Блин, он остался. Вот это жара, вот это эмоции, друзья. Оп-оп-оп. Давай-давай-давай-давай направо. Давай-давай-давай, спокойненько. Зашли, так, сзади пока. Давай, деритесь нахер, пошел в жопу. Так, отлично, красненько развернули. Теперь мне вот это вот серебренький, синий-серебренький мешается. Так, в дом, дом-дом-дом-дом-дом. Уровень. Куда? Куда ты едешь? Я не понимаю. Покажите мне, куда дальше-то ехать. Так, спокуха, на какую-то кнопку восстановиться. Так, еще раз. Я шестой? Я, блядь, шестой. Вы что, охерели? Я по прямой прям еду тут. А, в трубу. Да она падает. Оу. Да как шестой? Ага. Они, небось, карту уже изначально все знают, изучили, что нужно притормаживать. Это я здесь на полной скорости нах... несусь, блин. Пошел в жопу, зеленый, медленный ты какой-то. У тебя шансов нет, я даже... Блин, а борт зацепился, я думал, нет. Не зацеплюсь. Отвали от меня. Отвали от меня, моя позиция. Хотя нет, не моя позиция. Моя позиция будет первой. Все, пошел нахер. Пошел нахер отсюда. Ой, я боюсь, боюсь, боюсь. Так. Че, второй? Второй круг, друзья. Все, я теперь карту наизусть знаю. Я теперь как это... Отец этой карты езжу. Все, сыны мои, сасамба. Капец вам пришел, исповедуйтесь. Я еду. Ну только я четвертый. Надо заклятие наложить на них, как в Гарри Поттере, чтобы они косячили. Абракадабра, все косякнули, кроме меня. Ух ты, как зашел-то классно. Давай, 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 давай. Оп, 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 оп. Бля, я не задел, я красавчик, я не задел. Так, самое главное сейчас по прямой. По прямой, я тебе говорю, значит, в трубу не попадем. Ух, вот так вот все. Все самые лучшие попадают в трубу. И я попал равне. Равняйся, блядь. Тварь. Ой. Давай, 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 давай. Ёптать, блядь, он мне сделал. Пошел в жопу. Че вы такие крутые-то? Нихера я на старте вас плохо подул. Встречают падежки, как говорится, да. Провожают, блядь, те, кто закончит на финише. Почему ты быстрее меня опять? Может, мне тут тоже на дыбы надо отставать, как на мотике? Даю, даю, даю газу. Я даже не задел, это впереди меня, падла. Сасамба, чувак, пошел вон. Пошел вон, все сказал, твою мать. Я первый, 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 первый. А ты в жопе. Отлично. Я пятый. У-ху-ху-ху. Так, равняйся. Блядь, опять на крышу. У меня даже в начале лучше получалось. Давай. Он меня сделал. Это месть, чувак. Это месть. Срочно дайте мне 20 танков на этой карте. Я должен их всех уничтожить. Так, по прямой. Что? А, это замедлялка! Вот как было в прошлый раз. Эта тварь меня замедляет. Лады. Я теперь ко всему готов. Теперь я видел все. Спокуха. Мне бы зелененького дернуть. А что, все, больше никого не осталось, что я сам пос... Ха-ха-ха! Ты знаешь... Пошел нахер! Вот он тут замудрил-то, видали? Нет! Охереть, я остался. Не паниковать. Все нормально, мы даже кого-нибудь сейчас сделаем. Я верю, Витек. Давай, 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 давай. Тебя, твои поклонники, фанаты поддержат. Мы эту тварь сейчас сделаем, ребятушки. Давай, 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 давай. Нет, только... Ага, отлично, и врезаться. Блин, скоро финиш, мне хоть четвертым-то быть, а? Вот это угар. Нет, нет, чувак. Ты там, я видел, хорошо ездишь, да? Он же так, как я сейчас зашел, прям идеальненько. Это финиш. Это финиш, мать вашу! Ой, у меня ребенок спит. Друзья, вот это эмоции. Блин, обязательно ставим лайк и подписываемся на канал. Будет больше лайков, будет много видео. Нет, будет много лайков, будет больше видео. Наверное, так, я хер знает. Это был порный, полный пипец. Порный пипец.
Мне понравилось. Я надеюсь, вам тоже. Приятного просмотра. Увидимся в следующих видео. Всем пока!